Слушаю, Сергей Петрович, вы хотели по учению, да? На Тихоокеанском. Да, пожалуйста. Я по внезапной проверке. В соответствии с вашим решением. Для нас очевидно, что на сегодняшний день у нас есть ясные приоритеты применения вооруженных сил. И прежде всего это касается украинского направления и все, что связано с защитой наших людей на Донбассе, на других новых территориях. Но задачи развития флота, в том числе на Тихоокеанском театре, никто не отменял, не снимал. И поэтому я вас прошу эту работу, безусловно, продолжить и обратить внимание также и на развитие и подготовку подобных мероприятий на других флотах. Ну и кроме всего прочего, конечно, силы флота в отдельных его компонентах, безусловно, могут использоваться и в конфликтах на любых направлениях. В настоящее время проводится второй этап внезапной проверки. Сформированная группировка в дальней морской зоне осуществляет переход в южную часть Охотского моря с выполнением задач боевого маневрирования и вскрытия подводной обстановки. Обеспечение боевой устойчивости ракетных подводных лодок стратегического назначения. С 18 апреля приступим к завершающему этапу проверки, в ходе которого корабельные ударные группировки совместно с береговыми ракетными дивизионами отработают задачи нанесения ракетных ударов с выполнением электронных пусков. Силы флота проведут учения по поиску и уничтожению подводных лодок и корабельных группировок противника. А первый этап действительно прошел внезапной проверки на очень высоком уровне. Я хочу выразить слова благодарности всем, кто организовывал эту работу. Спасибо, Владимир Ильич. Передам.